Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область оказалась на предпоследнем месте в России по качеству дорог. Рейтинг составили эксперты РИА Новости. По их словам, только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечают нормативным требованиям. В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах страны ниже. Кировская область среди последних. В нашем регионе только четверть дорог отвечает нормативным требованиям. Хуже обстоят дела лишь в Архангельской области. Там хороших дорог всего 13%. Лидером рейтинга стала Москва с показателем 97,5%. Более 80% у четырех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Челябинской области и Республики Ингушетия. Все они входят в пятерку лидеров. Экономика. Для Заречного парка в Кирове ищут инвестора. Концепцию благоустройства территории разрабатывают городские власти. В паблике центра «Мой бизнес» говорится, что к сотрудничеству приглашают предпринимателей, которые занимаются познавательным туризмом или готовы создавать новые места отдыха для горожан. Отмечу, площадь Заречного парка 230 гектаров. Он находится на правом берегу Вятки, напротив исторического центра Кирова. В эфире «Экономика». Симаков предупредил кировчан о мошенниках, рекламирующих ремонт техники. В своем телеграм-канале глава администрации Вячеслав Симаков сообщил, что в почтовых ящиках появляются листовки с предложениями услуг по ремонту техники. Цитирую. «Там пишут, что оказывают качественные услуги, живут рядом, ремонтируют как для себя», – рассказал Симаков. По его словам, после этого ремонта техника не работает, а кировчанам при повторении в повторном обращении работники компании уже не отвечают. Сити-менеджер попросил жителей города предупредить об этом своих близких и пользоваться услугами только специализированных и проверенных организаций. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».